я лично не раз водил чужих людей по нашему городу и показывал им какие-то особенные места. И не раз оказывался в роли чужого, которому показывают, ну, вот какой-то город. И, вы знаете, я из этого извлек очень интересный опыт. И вывод тоже сделал для себя. Какой? Оказывается, чужого влюбить в собственный город – это очень непросто. Почему? Потому что, особенно наши города, они, да любые, наверное, города, они же не только умеют быть красивыми, вот туристически привлекательными. Наши города, в них неизбежно будет какое-то место, где там мусора будет больше, чем обычно, там покорёженное дерево, обязательно какие-нибудь там треснутая или зашарпанная стена. Ну, это будет. Однако же мы почему-то это все любим. И мы хотим, чтобы это любили другие. А как это сделать? А причина вот в чем, что все те города, которые дома, тротуары и все прочее, и там, не знаю, там дворы, они для нас, в отличие от чужих, населены какими-то вот нашими мертвецами. Я не в плохом смысле, да? Кто-то из нас здесь первый раз поцеловался, кто-то из нас здесь чего-то важное из своей жизни узнал и так далее. Но вот этого всего, конечно же, чужой не увидит. И задача нас, ну, я в том числе, наверное, уже можно говорить, что творческая интеллигенция, в кавычках, я вообще слово интеллигенция не люблю, но вот творческого класса или причастного к творчеству класса, наша задача населить, как-то, знаете, проявить вот этих самых мертвецов, которых чужие не видят. И если мы населим наш город еще вот этими зримыми воплощениями вот этих самых едва уловимых вещей, тогда город зазвучит очень по-особенному. И тогда город станет понятным чужим, и они научатся в это влюбляться. Вот наша работа превращать город, переводить в город в какое-то, знаете, любвибельное качество. Полуфабрикат для потребления органами любви чужих людей. Вот это наша работа. Это очень сложная работа, потому что как мы можем населить город каким-то чем-то символическим? Да, мы должны про это хорошо рассказать словами, мы про это хорошо должны спеть, мы хорошо про это должны, наверное, нарисовать, мы про это должны чего-то там снять, не знаю, поселить в городе героев компьютерной игры, поселить маньяка, детектива какого-нибудь и так далее. То есть мы должны все бесконечно рассказывать свой собственный город. И тогда он станет очень интересным другим. Потому что, если кто-то из вас был в Париже, вы знаете, ничего там особенного нет. Но мы так много там встречаем вот этих самых мертвецов. Тут ходил Бальзак, тут сожгли Франсуа или там в пьяной драке убили Франсуа Вийона. Здесь было то-то, то-то и то-то. И тогда для нас этот город звучит по-другому. Вот наша работа рассказать наш город. Наш город рассказывается очень хорошо. В отличие от других провинциальных городов, мы рассказываемся очень неплохо. Но если у нас еще будет больше и лучше про это, будет еще лучше. Давайте рассказывать наш город. Он в этом очень нуждается.